Дзерфан? Да, зуб даю. Не знаю, мне цветы не дают, я не знаю. Гвоздика, это нужна будет Зениту. Да пару штук. Я обиделась на тебя. Я уже все забыла вообще. Дармен-бармен. Я ж была. Или ты просто песню вспомнила? На Ямайке балалайк нет. Ай, молодец, молодец. Да ты мне дай пятюню, блин. Камера, мотор. Всем привет, меня зовут Елизавета Семенова, а я Наталья Трофимова. И сейчас вы узнаете, как много мы знаем об Иране. Всем привет, я Кристина Комиссарова. А я Жуза Диана, и сейчас мы будем отгадывать факты об Иране. Вперед, поехали! С кукухой поехали. Ну ты что-то знаешь об Иране? Я ничего, знаю, что это столица Тегерана, все. Ну и все, как бы, будем что-то узнавать новое. Ту-ду-ту-ду-ту. Готовы, готовы их. Обыгрывать. Погнали! Лотос. Ты знаешь? Правильно. Ну, больше всего на лотос похоже. Гвоздика. Ты чё? Гвоздика, это нужна будет Зениту. Да пару штук. Да? Какой цветок? На розу не там очень. Оружие. А я на флаг. Что это вообще? Вообще на орла похоже. Это роза, наверное. Похоже на розу. Ну, точно не роза, я думаю. Не тюльпан. Мне кажется, лотос. Как выглядит лотос? Я не знаю. Ну, тюльпан не похож? Тюльпан, может? На лотос тоже не похож. Тюльпан, может? На цветок, в принципе. На тюльпан похож. Давай, ты за тюльпан, я за лотос. Да, тюльпан. Да нет, тюльпан давай. Капец, абьюз какой-то. На тюльпан похож. Ладно, хорошо, тюльпан. На тюльпан похож. Тюльпан? Да, зуб даю. Не знаю, мне цветы не дают, я не знаю. Давай, если хочешь. А, мы думаем, что это тюльпан. Да. Я обиделась на тебя. Ну ладно. Карабан. Мне третий вариант нравится. Дарам-барам. А ща, какая-то барабашка была. Дарам-барам. Бабахиш. 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 Я уже все забыла вообще. Дарам-барам. Дарам-барам. Дедовой. Карабандай. Мандай? Или барабандай. Или бабахиш. Да, твое. Давай чики-бики, пальчик. Прям свои факты выкинь. Суе факт. Да-да-да-да, вот это. Третье. Бабахишт, давай бабахишт. Больше похож, да, как на это? Бабахишт. Даран Бахман. Ты уверена? Да. Может, у тебя есть предчувствие какое-то дедовое? Сейчас, подождите, я раскину карту Таро, погодите. Нужно подумать. Это третий вариант, Даран Бахман. Дарман Бахман. Бабахишт, я же говорила, бабахишт. О, фига себе. Там у Зенита нет шансов. А карты врут. Так я изначально видела и искала бабахишт. Я почувствовала, что это она. Ты меня смутила, блин, сбила мое чувство. Я подумала, что хишт, типа, похоже на что-то их такое иранское. Хишт? Типа концовка даже. Вообще в школе с 1 по 11 5 раз в неделю у меня было. Я играю на балалайке. Я думаю, самолайки. Это самый русский инструмент. Я ж была. Я мечтаю. Или ты просто песню вспомнила? Жить на Ямайке. На Ямайке балалайк нет. Может, балалайка? Балалайка, да? Матрешка нет, я думаю. И нету счастья в личной жизни. Я заканчиваю. Так, ладно, нет, я реально думаю, что балалайка. Бабахишт, но повторите, пожалуйста, вопрос. Смотри, валенки нет. У них тепло. Валенки? Ну что там тепло? Валенки, я думаю, нет. Не валенки. Самовар. Ну, смотри, мне кажется, они там чаи гоняют. По-любому. Ну, да. Ты матрешку хочешь? Ну, что-то матрешка, либо что, балалайка? Да.
Не знаю, давай на телефон. Давай. Я за матрешку, ты за балалайку. Да, давай. Цу-е-фа. Цу-е-фа. Балалайка. Да, ты у нас машина. Капец, точно не самовар. Да, точно не самовар. Трактор. Нет? Это вообще вопрос, капец. Трактор. Мотоблок, может? А ну прям вот у них также типа прям трактор, например. Трактор в поле тр-тр-тр. По полям закрывают. Мотоблок. Мотоблок, мне кажется. Я не знаю, что такое. Да что такое вообще? Мотоблок какой-то. Мотоблок, наверное. Почему? Ну такое какое-то не русское. Аль-комбайн, аль-трактор, аль-мотоблок. Ну вообще ничего не звучит, если честно. Аль-косилка. Раскидывай, раскладывай. Дайте я сосредоточусь, и моя интуиция мне подскажет. Трактор или мотоблок, да, мы выбираем? Трактор. Песню про трактор ты знаешь? Синий трактор едет к нам. А полям. Трактор, трактор. Едет к нам. Трактор? Трактор, что? Давай трактор. Давайте трактор. Трактор. Да ты мне дай пятюню, блин! Тюльпан. Там мяч вроде. На теории еще показывают. Мяч? По-моему, да. Мне кажется, свисток. Думаешь, не судьи подкупают? По-моему, мяч. На твоей совести. Ну, давайте мяч, это более логичнее. Ай, молодец, молодец. Мяч. Какой же ты у нас... Я играла с Ираном, у меня как будто бы немного сплыло. Куда ты играла? За юниорскую. Пустынные перекати поле. Это про тебя больше. На поле. Реально. Почему она меня гасит? Это был комплимент еще только. А, да? Да. Перекати поле, ты же... Поняла. Да. Да. Так, ну ладно. Пантера. Пантера, что там? Не перекати поле. Иранские пантеры. И ты думаешь, перекати поле? Они себя называют? Вот так вот? Ты бы себя так назвала? Ну, я бы нет. Да. Там остальное что-то вообще. Иранские панты. Леди. 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 Блин, пантеры Пусть покруче даже. Леди? Да. Неожиданно. Да. Какая я умная. Я не могу. Пять ноль. Даш, думай. Я думаю 5-0. Даже непонятно. Ну, не один. Точно ноль. Не один? Слушай, на самом деле, я сейчас так задумалась, а не один ли они забили? Они же вообще, ну, может, они вообще проиграли ей. И ну. Не раз. Может, не знаю. Инстат же закрыли, блин. Теперь статистику не посмотреть. 5 они с кем-то сыграли. Вот. 5, я думаю, нет. Не 5, больше, да, либо 13, либо 19. Или 1-0 такая, типа, победа единственная. Один раз играли, но... Тогда я думаю, блин, либо 5-0, либо 13-0. Я думаю, 5. Да, давай 5. Да, говори. 5. Что-то хочется 19 как будто. Да, да, тоже пахнет прям вот. Рискнем? Да, да. 19. Да, блин! Ну, честно. Блин, а пахло 19, я не знаю, как так даже. Ладно, поцелуй. И мы выиграем. Ударить? Вот это у тебя запросы. Ну все, давайте. Я помню кубанскую весну, когда Алсу забивала со штрафного какую-то фигнюшку, но я не знаю, кому она забивала. Мне кажется, Федорова точно нет. Ну, точно не я. Не я точно забивала. Но я помню, что Алсу очень прям много забивала, вот. И Яна Шейн тоже забивала. Ой! Это когда было? В каком году? 19. Ой, я уехала почти там с Коклюшем домой.
Алсу. Мне кажется, Алсу или Шейна. Мне кажется, Алсу. Алсу забила в пенальти, а Шейна, по-моему, заработала, нет? Ну ладно, давай, давай. Алсу. Я вижу свой зуб, что это Алсу. Квартиру поставишь? Нет. У меня нет квартиры. Мне кажется, Алсу. Я тоже так думаю. О, хорошо. Ой, молодец. Алсу спасла нас. Алсу, молодец. Ничего страшного, в следующий раз победим. Не расстраивайтесь. Очень можно заново. Мы просто подавались им. Поэтому... Да, просто чтобы девчонкам не было обидно. Мы побежали делиться информацией с нашими родными и близкими. Всем большое спасибо, узнали что-то новое. Об Иране. Всем удачи, всем пока. Надеюсь, вам было интересно это смотреть. Всем лайки. Реально, блин. Ставьте огонечки, кто за меня, ставьте дизлайки, кто за нее. Сиди нафиг, я тебе круче. Смотря в чем. Во всем. Если надо губами шлепать, то точно. Почему, когда на меня наводят камеру, я не знаю, в меня какой-то дьявол вселяется. Вот как в Григоряна, он там в каком-то интервью говорил, что в него бесы вселяются, вот в меня тоже. Может, он... Слышка, что он твой отец? Нашелся, батя! Ну не, по отчеству не подходит. А у него какое? А почему-то его отчество? Подожди, какой бы у меня был? Подожди, Александр. Подожди, его имя Александр? Фамилия. Мои сестрички и братья, найдитесь, пожалуйста. Поставьте лайки, напишите мне. Это программа «Жди меня». Сейчас, погодите. Анекдот. Про корову. Все.